топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. В сети вовсю обсуждают возможную беременность актрисы Паулины Андреевой. Эти разговоры невольно спровоцировала сама супруга Федора Бондарчука. Дело в том, что как только в столичных театрах были открыты сезоны, вдруг выяснилось, Паулина, оказывается, будет появляться на подмостках реже. Вроде как это было желание самой актрисы, из-за чего режиссерам приходится искать ей замены. Поскольку ни сама Андреева, ни Бондарчук никак не прокомментировали, почему Паулина вдруг решилась меньше играть в спектаклях, то за них все решила досуждая публика. Отсюда и слухи о возможной беременности актрисы. Понятно, что этот слух супружеская чета никак не прокомментировала. Так что остается только набраться терпения и подождать несколько месяцев. Ведь все тайное в любом случае станет явным. Но поклонники, не дожидаясь официальной версии, уже вовсю поздравляют Паулину Андрееву с беременностью. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.